Завтра, 14 апреля, погоду будут определять активные контрастные атмосферные фронты от циклона с центром над Румынией. Двигаясь с юго-запада на северо-восток, они принесут влажный воздух. Небо закроет плотные дождевые облака, что ограничит дневной прогрев. Итак, в среду облачно с дождями. Ночью и утром в Брестской и Гродненской областях большая вероятность мокрого снега. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений умеренный, по западу порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать. Утром по западу уже будет достаточно прохладно, всего плюс 2. В восточных регионах столбики термометров поднимутся до 8-9 тепла, но с учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня самыми холодными будут по-прежнему Гродненская и Брестская области. Тут не выше 5 градусов. В Витебской и Гомельской областях воздух прогреется до 13. К вечеру от 4 до 11 выше 0. В зоне малоподвижных атмосферных фронтов Беларусь останется до выходных. Сохранится облачная погода. Повсеместно пройдут дожди, днем возможны грозы. Влажность до 100%. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Преобладающая температура воздуха ночью плюс 2,9. Днем максимум от плюс 6 по западу до 17 по юго-востоку. И у меня на этом все. Еще больше о погоде не только в нашем телеграм-канале «Рябов ответит». Подписывайтесь.